Кургане прошли соревнования по самбо среди юношей и девушек. Это третий этап Кубка первой городской школы Олимпийского резерва. Сильнейшие самбисты 10-12 лет показали свои спортивные возможности. Состязания стали первыми для ребят в этом году. Их приурочили к 75-летию образования самбо в России. Также в рамках соревнований прошло первенство города по самбо среди девочек. Для них выход на татами является отборочным этапом для участия в областных соревнованиях, которые пройдут во Всероссийский день самбо 16 ноября в Кургане. По словам судьи международной категории Александра Распопова, нет смысла называть все имена победителей, их будет очень много, всего около 20. Михаил Белокрылов, Александр Менщиков, информационное агентство «Курган.ру». Каждый тренер посмотрит сегодня, как подготовлен спортсмен, на что он готов, над чем работать, для того, чтобы дальше уже можно было этих ребят вывозить на соревнования в другие города.